Здравствуйте, дорогие зрители, вы на канале Ленин ТВ, и сегодняшняя тема обсуждения – умер президент Узбекистана Ислам Каримов. Ранее сообщалось, что у президента случился инсульт. В Ташкенте умер президент Узбекистана Ислам Каримов. По данным агентства, Каримов умер днем 29 августа. Официального подтверждения этой информации нет. Ранее стало известно, что Ислам Каримов попал в больницу с инсультом. Впервые за все время правительства информация о плохом здоровье президента сообщили официально. Для ознакомления с более детальной информацией, а также видеороликом, рекомендуем пройти по ссылочке в описании. А мы благодарим вас за просмотр видео, рекомендуем подписаться на канал и всегда оставаться в центре новостных событий.